понравился интерьер, посуда. Все очень вкусно. Ну, в принципе, да, все вкусно. А обстановка какая-то расслабляющая, смешная. Все здорово. Магнитики. Мы очень долго рассматривали, то есть мы нашли, что уже подобное кафе есть. И я съездил в Шанхай, посмотрел, как оно устроено, и решил просто внести сюда какой-то русский колорит.